Москву. Вот такая ситуация. Сегодня день такой не слишком популярный у пассажиров. Все, кому надо, уже уехали на работу в конце недели. Сейчас начало недели, поэтому поезд вот такой вот пустой. Достаточно хорошо, тихо, спокойно. Вот так. Так, наступил сегодня наш самый ответственный день, когда мы идем подавать документы в посольство. Надеюсь, не опоздаем. Только что бежали, утренняя пробежка у нас была. Погода сегодня хорошая, приятная, тепленькая. Вот. Надеемся, что все у нас будет хорошо. Ну, точнее, у меня. Юля меня поддерживает. Юля. Привет. О. В общем, копались сегодня с утра. Немножко, ну не опаздываем, но время поджимает. Поэтому так адреналинчик вырабатывает. Я снова на связи, мы уже сдали документы, все прошло, ну, относительно неплохо. Документы в посольство приняли, правда, не хватило там парочки бумажек. Сейчас мы идем в торговый центр немножечко погулять и погреться, в общем. I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to? Why don't we go back to? Never wanted to end it like we did. I guess shit happens for a reason. But it's like something feels different from back then. Why don't we go? Why don't we go back to? Honestly, I'm open wide. I don't feel like waking up without you by my side. I still see your silhouette. Why don't we go back to? Why don't we go back to your bedroom? Итак, всем огромный привет, мои дорогие. У нас на повестке дня очередной пиздец, извините за выражение, по-другому это никак не назовешь. В общем, в квартире полная разруха. После приезда еще толком не отдохнула, не убиралась. И сейчас мы собираемся с Ариной к ветеринару. Вот, Арина сходила в туалет, сейчас подкрепляется, и мы едем. Арина, собирайся. Ой, к сожалению, здесь нет поблизости нигде городской ветеринарной клиники, а нужно идти именно в такую, поэтому мы едем за 3-9 земель. Сейчас будем вызывать такси. Ой, телефонный разговор меня уже сам по себе расстроил, ничем не обнадеживает. Только решила проблемы со своими документами, и теперь, ну, прям слышите голос у меня на слезе просто. И тут мне говорят, что очень много времени уйдет на подготовку. И вообще, я не знаю, я устала. Что такое? Арин, мама устала бороться. Устала. Хата у нас вся в шерсти, волосне, потому что не было времени поубираться. Я и отоспаться-то толком не смогла. Ой, на солнышке нежимся мы. Я же тебя только почистила, чтоб ты чистенькая была. Что ты опять? Сейчас буду немножко отряхну от пыли. Да, тебя. И будем грузиться в переноску. Радует, теперь мне бы доехать, проехать этот участок. Я сейчас на этом труда.
еду, кстати, на ваш район, куда вы хотели, куда стремились. Итак, это снова я вернулась, точнее мы с Ариной вернулись. Какие-то сегодня ужасные пробки, я специально выезжала в то время, когда пробок не бывает, но мы стояли в одну сторону и в обратную сторону, стояли в каких-то ужасных пробках. Вот, решила наконец-то первый раз за сегодняшний день поесть, приготовила суп, такой пельменный суп из разваренных пельменей, они у меня что-то слиплись, ну подтаяли и слиплись, я решила из них приготовить суп. Лапши еще добавила, потому что их как-то маловато осталось. Пельменей со вчерашнего дня. Ой, сделали мы прививки, какие-то две прививки, чипировались. Дали нам международный ветеринарный паспорт, который почему-то похож на какой-то, знаете, больше рекламный буклет, чем на паспорт. Я не знаю, что это. Буду, короче, выяснять. Никто ничего не знает. Именно спрашивают у меня, да, что нужно, какие вакцины нужны. Спрашивают у меня, поэтому, видимо, нужно звонить в Россельхознадзор и узнавать там, в общем, все подробности, что еще нужно, потому что этого недостаточно. И одна из справок, которая нам нужна будет, она выдается только в Москве, и поэтому... Что опять снова? Короче, я в шоке. У меня уже было две поездки в Москву. Так сложились обстоятельства. Я уже рассказывала, невозможно было состыковать по дате. Сейчас везде по записи, не получилось записаться так, чтобы как-то в один день все сделать. Поэтому пришлось два раза ездить. Билет относительно недорогой, в районе 1000 рублей, поэтому в плане финансов это было вполне оправдано. Но это я говорю на тот случай, если кто-то мне скажет, что зачем ты ездила, могла бы там остаться. Физически я очень тяжело это перенесла, потому что дорога туда и обратно у меня получилось так, что в течение суток я поехала туда и вернулась обратно из Москвы в Воронеж. Села я в первый раз на поезд 25 числа, 16 с копейками, не помню сколько, 16.21, 25 числа, а в 16.52, 26 числа, я села уже на обратный поезд, предварительно, естественно, везде побегав. Первого числа я снова поехала на вокзал. То есть 27-е, 28-е у меня была передышка. Первого ночи я снова приехала в Москву. Мы поспали, поели, поспали. И с утра опять побежали с Юлей по делам в посольство. И опять побегав какое-то время, мы вернулись на вокзал, и опять в 16.52 я села на поезд обратно в Воронеж. Вот. Поэтому физически что-то я вся в расхлябанном очень состоянии, чувствую себя каким-то, не знаю, какой-то просто замыленной, зачуханной какой-то тряпкой. Потрепанный. Соседский ребенок проснулся. Сейчас будут крики тут у меня фоном. В общем, документы приняли в посольстве. Но все прошло не совсем гладко, потому что не хватило двух важных документов. Это договор на аренду квартиры от моего мужа. Ну, на ту квартиру, которую мы снимаем, он снимает в Корее. И рассказ о нашем знакомстве. То есть мне была преподнесена информация так, что это я должна написать рассказ о нашем знакомстве на английском языке, и я его написала. Вот. Но парень в посольстве, который принимает документы, он сказал, что мой муж тоже должен написать.
и отправить. Он спросил, где я живу. Я сказала, что я живу в Воронеже. Тогда он сказал, что да, отправьте на нашу электронную почту. Ну, слава богу, что хотя бы так, потому что действительно ездить и довозить документы, когда ты живешь в другом городе, это очень тяжело. Муж, слава богу, отреагировал очень оперативно, и уже на следующий день он все выслал. Хотя я сообщила ему под утро, ну, когда я приехала, было где-то 12-12:30, а у них в Корее как раз утром он на работу просыпался. Вставал, собирался на работу, и я ему в этот момент сказала. Вот, и он в этот же день умудрился все сделать и отправить. Молодец, конечно. Позвонил, ему сказали, что все хорошо. В принципе, документы в порядке. И что будут рассматривать их. Срок рассмотрения документов не менее полумесяца. Поэтому как-то так. Возможно, к середине этого месяца уже будет что-то известно. Одобрят мне визу, не одобрят. Что радует, радует только то, что на ближайшие как бы дни я могу, я относительно свободна и могу отдохнуть, отоспаться. Сейчас приехали из ветеринарки, я сразу помыла полы, прибралась немного в квартире, потому что ужас. Шерсть везде, кругом, и я не убирала, естественно. Я второго ночью, поздно ночью я приехала на вокзал, кое-как вызвала такси, что-то какая-то напряженка была в тот день с таксистами. И вот, да, не знаю, во сколько, часа в 3, может быть, 4 я легла. И вот, соответственно, 3 числа я отлежалась немножко, сегодня 4, и я вот опять вся в делах. Деньги, конечно, тают просто с невероятной скоростью. Тяжело физически, финансово, эмоционально и так далее, и так далее, и так далее. И голова пухнет, потому что нужно все делать, как бы работать на опережение, да? Работать на опережение. То есть ты еще не завершил одно действие, но уже должен позаботиться о чем-то другом. Вот такая вот ситуация у меня была. Потому что просто потом будет поздно, если вдруг что, потом уже будет поздно. С Орихой тоже непонятная ситуация, сколько дней должно пройти после прививки. Где-то написано было, что достаточно 20, и на 21 день нас выпускают. И, в принципе, если бы у меня была к концу месяца уже виза, и у Аринки была бы справка, то 25 числа на последнем мартовском рейсе мы бы могли уже улетать. Но из-за непонятной ситуации с Арининой прививкой, точнее с анализом, который нужно сдать, через сколько его нужно сдать, через 20 или через 30 дней после прививки, да, не менее чем через 20 или не менее чем через 30. Вот это не совсем понятно. Естественно, если там надо, чтобы 30 дней прошло, то не получится. Короче, все планы рушатся и, в общем, это очень тяжело, но я не хочу сказать, что есть желание бросить, потому что столько уже потрачено денег, времени, физического ресурса и столько задействовано каких-то людей, которые кто-то прямым способом мне помог, как Юля, кто-то косвенным способом что-то мне там посоветовал, уделил мне какое-то время, ответил на какие-то мои вопросы. Да, поэтому как-то это уже бросить все, это неуважительно и по отношению к себе, к своему ресурсу, и по отношению к тем людям, которые как-то пытались мне помогать. Вот я, кажется, засыпаю. Зачем я это все снимаю, скажете вы, зачем ты тут нудишь, сидишь? Чтобы не было вот этой иллюзии того, что все так легко и просто. Я понимаю, что все
Я понимаю, что все через это проходили. У кого-то, конечно, может быть, чуть проще все складывалось. В общем, я пока в таком достаточно разбитом физически разбитом состоянии. Да, кстати, спрашиваю в комментариях, кто такая Юля. Юля — это моя подписчица, которая предложила мне у нее остановиться, когда я буду в Москве. Вот. И также она меня сопровождала везде, что вообще просто какая-то супер шикарная опция сопровождения везде. Такие были, знаете, приятные эмоции, которых я давно не испытывала со времен там студенчества или школы. Вот помню, у меня в школе была подружка Оксана, и мы с ней вот везде-везде под ручку вот так вот бегали по каким-то там нашим делам. И вот сейчас такое дежавю. То есть долгое время ничего подобного в моей жизни не было, и сейчас такая повторяется история, когда мы вот как две подружки под ручку бегаем по каким-то делам. Спасибо, Юля, тебе огромное за поддержку. Это просто шикарная поддержка. Не только человек встретил меня и разместил переночевать, но еще и сопровождал. Вот. У посольства вообще из посольства ее выгнали, так сказать, не дали девочке посидеть, погреться. Она на лавочке там мерзла, сидела. Хорошо, что с утра она чай нам заварила в два термоса. И хоть что-то можно было горяченькое попить, как-то погреться. Вот. Поэтому я невероятно благодарна. Ладно, все, язык заплетается. Уборку я сделала, пыль вытерла, полы помыла. А про Арину? Ну, про Арину отдельно расскажу, как она пережила отсутствие моего дома. Если вы видите, тут чего-то не хватает. Да, тут когда-то было мое кресло надувное, как вы помните, такое прикольное с граффити. Она, короче, его спустила. Вот такие дела. Ариха спустила кресло. Проколола его в знак протеста, видимо, из-за того, что меня не было дома, и я ее оставляла одну. Ну вот ненадолго, получается, ну, грубо говоря, на сутки, но ей это не понравилось. Ладно, всем огромное спасибо за внимание, не забывайте ставить лайки, поддерживайте, пожалуйста, мой канал. Надеюсь, отдохну и смогу снимать какой-то более позитивный, более интересный и наполняющий контент, а не просто вот вести какой-то видеодневник о своей жизни. Ой, спасибо вам. И пока-пока.